И вот я подъезжаю к каньону, осталось совсем чуть-чуть, уже съехал с большого хайвея, свернул на маленький старый Old Highway 64. Сейчас я буду проезжать мимо таких больших гор, и далее будет подъем. Через минут 15 будет первая фототочка, на которой я остановлюсь и буду фотографировать и смотреть вид. Красивое небо сегодня сопровождает меня. По дороге очень много разных мелких лавочек, лавок с разными античными украшениями, индийскими разными украшениями, разными штучками, погремушками, сувенирчиками.